Ну, значит, уходит Джефф, уходит Блад, мы прощаемся с Сипсканой и с Фидосом. Даже не пробуйте писать в комментах. Все ключевые слова Фидос, Сипскана, Федор не разрешены. Вы сразу банитесь, если начинаете это обсуждать. Поменялись? Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Меня зовут Герман Эль Классико, и это Амкал, третий сезон. Правда, нулевая серия, потому что основной сезон начнется чуть позже, где-то в середине августа. Ну а нам с вами нужно решить всякие межсезонные дела, такие как... Кто будет тренер? Кто уйдет? Кто придет? Ну и начнем давайте с самого интересного. Сейчас я познакомлю вас с потенциально новым тренерским штабом. Денис Иванович Зубко, бывший профессиональный футболист, поигравший в командах РФПЛ, и с 2013 года он является профессиональным футбольным тренером. В целом, всю подробную информацию про него вы сможете найти в Википедии. Ну и его помощник Сергей, который еще в этом году профессионально играл в футбол во втором дивизионе чемпионата России. Тренировки, значит, сейчас выходим, пока быстренько мы там расставим разметочку. Вот такой план. Всех устраивает? Да. Ну все, вперед, на поле. Ну и, конечно, отдельное спасибо хочется сказать нашему другу 1xbet, который славится своей надежностью. Одним словом, настоящий профессионал в своем деле. А еще тебя ждет приятный бонус. По этому промокоду. Сергеем, да, спокойненько введение. Один кружочек пробегает, и я вот в середине здесь жду. На тех комнатах. Мячи все забираем, все мячи забираем. Цель тренировки была познакомиться и притереться друг к другу, чтобы тренерский штаб посмотрел на нас, чтобы мы познакомились с ними. Ну а главное, что хотелось бы донести, это то, что у нас нет никаких ссор с тренерами, которые были в прошлом сезоне. Им хочется сказать огромное спасибо за ту работу, которую они проделали с командой. Да, где-то было сложно, где-то не хватало умения, знания, тем не менее они взялись за невероятно тяжелую ношу и пронесли ее на протяжении всего сезона. Но для того, чтобы нам развиваться и ставить новые цели перед командой, нам необходимо замахнуться на уровень выше. Сейчас посложнее немножко. Накидываем на грудь, отдаем головой. Подбиваем, отдаем головой. Посильнее накидывайте, чтобы был отскок нормальный. Не здесь мяч принимаю. Обязательно принять мяч левой ногой здесь, правой там. Тебе сразу на ход, передачу. Интенсивненькие тренировки, ребята, очень нравится уже. Ну, более увлекательно. Я не знаю, физически, наверное, даже посложнее, чем наши предыдущие тренировки. Но вот все ребята, они вроде как поднакушились, тоже все спотели, но вроде пока всем все нравится, так что крутяк, будем работать. Но самое главное, что тренировка немножко так взбодрила пацанов. Прям то, что было хмуро вначале, ребята как отлично сейчас воспринимают, общаются, подсказывают. Надо просто завести мяч через индивидуальные действия. То есть обыграть, завести, мяч поставить. Если мяч укатывается, незащитный гол. Делаем проникающие передачи, туда заводим, туда уже. А все можно понятно? Встать в линию и получить пас просто? Нет, это все будет второй серий. Понял. Здорово вернуться в ритм рабочий, посмотреть новые упражнения. Не хочу пока ничего сравнивать с первым сезоном, ой, со вторым. Если работать на постоянке, вот так, то результат точно будет. И будет прогресс, я думаю, все заметят, и мы, и зрители на трибунах. Половина команды сдохла, как и предполагалось. Язык вот. На плече. Сдохший. Не, я себя супер прям чувствую. Что-то тяжко, да, прям. Дышать сложно. Ну еще мы трупы все, поэтому. Но окончательное решение, естественно, за президентом клуба, то есть за вами. Если вам нравится более профессиональный тренерский штаб, то ставьте большой палец вверх. Не нравится, ставьте вниз. Мнение свое пишите в комментариях. Ну и от себя добавлю, что если мы все-таки остановимся на профессиональных тренерах, то новые цели вы от них, правда, охренеете. Офсайд, пацаны, плюс-минус. Буду следить. Если очень-очень тонкий, в пользу атаки. Давай с тобой обсудим окончательный, кто у нас не примет участие в третьем сезоне. Я не хочу такое решать. Почему? Я ни при чем, я всего лишь футболямбо. Во-первых, не будет точно Жени Савина. Мы его
отпускаем в Шеффилд. У нас не примут участие трое травмированных. Они хотели бы, но не могут это сделать по причине травм. Это Женя Тудроц, это Игорь Олейник, это Good Max. Если пацаны вдруг неожиданно почувствуют в себе не только желание, но и возможности выйти на поле, то мы с удовольствием их встретим. У нас как в НХЛ, окно всегда открыто, только в плей-офф закрывается. Да. Типа весь сезон мы можем оформлять сделки всякие. Когда не сдавайся, всегда идите по остальной цели, ребят, да. А еще важнее, так что фамилия на спине, чем эмблема на груди. Да. А, наоборот. По Фрейду, да, говоришь? Да, и смотрите фильм «Гол», первая часть, там вот все оттуда. Вторую тоже можно, третью нельзя смотреть. Да, все цитаты оттуда, короче, взяты, поэтому... Игроку ворваться и туда проникающую передачу отдать. Он должен мяч туда получить. Неожиданно много собралось людей, да, кстати, на пацанов первом. Много пришло, все в тренировочный процесс сразу влились, все понимали там вот это, что какие комбинации тренировочные нужны, там на ударчики, на передачи, на открывание. Даже хватило сил на двусторонку, хотя реально все уже поднаелись, но все хотели поиграть без всяких стыков, реально очень много было разговоров на поле с подсказом. Не знаю, насколько новый потенциальный тренер сказал честно, но сказал, что приятно удивлен. Я думаю, вы заметили, что очень много новых людей стало появляться на нашем канале. И финальное решение я с удовольствием вам озвучу после 24 июля. Что это за 24 июля, спросите меня вы. А это тот день, когда состоится футбольный матч по пляжному футболу. Конкретное время и место я сообщу вам чуть позже. Но спойлерну, что помимо амкаловцев на эту игру приглашены и все ребята, которые приходили на наш канал. Еще, наверное, стоит отметить, что мы смотрим сразу на несколько факторов, прежде чем принять кого-нибудь в нашу команду. Ну, во-первых, это уровень игры в футбол. Во-вторых, это харизматичность, потому что у нас все-таки шоу, а не просто футбольная команда. Третье, это насколько человек находит общий язык с игроками Амкала, которые сейчас там играют. Четвертое, это то, насколько вам интересен тот или иной персонаж, и хотели бы вы видеть конкретного человека в команде Амкал. Все, больше ничего не скажу. Все остальное будет решаться уже 24 июля на матче по пляжке. Давай, кто уронит, тот свинья. Тот петух. Давай, кто уронит, тот уходит из Амкала. Давай. Нет, я не играю. Значит, вратари в любые ворота. Без разницы, кто где. Можно где, да, можно где. Также, чтобы убедиться в компетентности наших тренеров, вы можете записаться к ним на тренировку, если подходите по возрасту от 1 до 14, или ваш ребенок, или младший брат. В общем, у них есть своя футбольная школа в Москве, которая называется «Футбольное развитие». Внизу в описании я обязательно оставлю ссылки на Инстаграм, на группу ВКонтакте. И в целом это прикольно. Может получиться такая ситуация, что кто-то болеет за Амкал, смотрит всех видеоблогеров и одновременно тренируется у главного тренера Амкала. Это было бы очень прикольно, правда. Ну что, вы сегодня увидели футбольный клуб Амкал. Всем пока. Как я всегда.